первый камень в фундамент нового производства. Губернатор Николай Меркушкин дал старт строительству нового корпуса заводу по производству сельскохозяйственной техники. Оно должно стать крупнейшим в стране. От сеялок до уборочных комбайнов. Все по самым высоким технологиям и современным стандартам. В новом корпусе разместят покрасочную линию. Это позволит значительно повысить качество и объем выпускаемой продукции. Будет и новое оборудование для плазменной резки. Оно обеспечит более высокую точность обработки металлов. Даже в непростых экономических условиях производство сельхозтехники растет благодаря инвестициям. В 2014 году мы участвовали в программе поддержки промышленности, в которой мы получали субсидию по нашим инвестициям. В этом году мы участвовали в программе Минтруда, как раз область нас туда включила, что позволило нам избежать сокращения людей. И очень много поддержки на федеральном уровне. С открытием нового цеха производительность предприятия вырастет еще на четверть, а количество рабочих мест увеличится почти на сотню. Самарский регион набирает и инвестиционную привлекательность. Около 200 миллионов рублей в завод инвестируют зарубежные партнеры. Во второй половине текущего года мы будем иметь производство, позволяющее, скажем, заводу сделать очень серьезный шаг вперед. Там и объемы дополнительные, и качество. Вкладывается инвестор западный, немцы. Это тоже очень важно, исключительно важно. Это и некий, может быть, пример для других, что надо сотрудничать. Заказы на самарские машины и комбайны уже поступили и из Европы. По сравнению с импортными аналогами, наша техника выигрывает по цене и качеству. В целом итоговая рентабельность агропромышленного комплекса Самарского региона за прошлый год составила более 45%, что говорит о больших перспективах в аграрном секторе. Павел Баймаков, Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.